первую зимнюю ночь синоптики обещают идеальную погоду для прогулок. Минус 1, минус 2 градусов и мягкий снег. А чтобы гулять по городским улицам было не только приятно, но и безопасно, рабочая смена дворников начнется раньше обычного. Об этом говорят на совещании в департаменте ЖКХ. Задача наша чистить во время снегопада, и чтобы снег не упал, и чтобы его не утоптали. Когда его метлой берешь или лопатой просто совковой. Рабочий график дворников должен напрямую зависеть от прогноза погоды, напоминает первый замглавы города Владимир Василенко. Уборка снега с тротуаров и дорожек к подъездам должна начинаться во время снегопада, не дожидаясь его окончания. Проще не допустить, чем исправлять. Больше уйдет средств. И еще раз повторяю, мы в такой климатической зоне, где попадаем ноль, плюс в дневные, а ночные резко уходим в минус. Убрать невозможно будет. Бригады дворников в городе были сформированы заранее, еще в сентябре. Все управляющие компании обязаны были снабдить рабочих инструментами – лопатами и метлами. Кроме этого, у коммунальщиков в арсенале и тяжелая артиллерия – мини-тракторы, которые могут заезжать во дворы и убирать снег в самых узких проходах. Марина Матвеевна, Максим Гусев, «События».